Ну, тульский. Да, понял. Привет. Ну, так себе, Костя приехал в гости. Словом, хозяйство смотрим. Не, вы там не договорились. Соня, если девушка, у меня пиздец с туликами серыми. Мне пиздец. Смотри, смотри, Юр ловит с кем-то там уже разборки накатывать собирается. Слышь, Саня, ну... А вон коричневый такой. Белый не нашел там себе? Пиздец, блядь. Что творится? Что творится? Костя, зацени, как два стоят. Класс. Никифоров, как хочешь, один наш. Ну, Саня, вечером, так-то да? Давай, ну. Как хочешь. Никому. Если надумаешь, Мира, один Мира, наш Мира. Этот уток. Зима в кузьях, поэтому двоих я оставлю. Мне нужна нет. Была. А вот смотри, какая красивая вот та с белой головой уточка. Нет, это молодые. Это ж конец мая. Саня с Москвы уехал, я ему заказывал, мне привозил. Там один поехал, сразу не привез, так? Ну наши вот эти белые тоже, которые они вывели. Смотри, Юр ловит, драку вяжет. Это я не знаю, что за там? Лаванда, не лаванда, Изабелла. Да. Изабелла. Изабелла, ой. Понимаешь, я пока их отделяю. Это голубой с рыжим такой. Так я смотрю, Юрловец вон есть и с гороховидным гребнем. Да, нет, я в Можайске уже не покупал, Костя. Классный. Я уже не покупал. И белый здесь. Ну, белый какой-то маленький, потому что, наверное, меньше, ну, был самый, так? Он меньше был. И я даже тему, что... Если это лаванда, не забыла, так? Да. Ну, еще вон ту подсажу, ставь. Белая. Да. Подсажу под эту. Мне кажется, белых можно подсаживать ко всем подряд. Понимаешь?
Но у тебя белых уток не осталось. Не-не-не. Хотя они, знаешь, как-то они уж то, вот когда... Шип, да. Белая.